Добрый день. Слышно меня? Да, слышно. Да, спасибо. Иногда проблемы с Тимсом бывают. Значит, материалы к лекциям лежат на сайте. Вы видели. У нас на сегодня записалось несколько человек по докладам. Давайте сначала, есть ли вообще какие-то вопросы у вас по лекции и по лабораторным? Есть вопросы по тестам к первой лекции? Да, что-то. Были такие вопросы, информацию нельзя было найти в лекциях. Ответы. Значит, ищите в интернете. Мы пользовались сторонними сайтами. Окей. Да, очень хорошо. Да, лекция рассчитана. Да. А информацию тогда искать во время тестов, то есть ответы на сами тесты? Значит, суть в следующем. Эти тесты являются подготовительным для финального теста. Вот то, что входит в эти тесты, будет входить в финальные тесты. Соответственно, на эти тесты вы достаточно мало количества баллов получаете. И можете и во время теста, если успеете поискать, или до теста поискать, потому что список вопросов дан в список докладов, или после теста поискать. И все эти вопросы потом будут встречаться в финальном тесте. Так что, когда вы будете искать, это уже ваш бизнес. А можно тогда уточнить, зачем нам изучать лекции? Для общего развития. Вы можете вообще не изучать ничего. Тоже верно. Еще вопросы? Вопросов нет. Значит, есть ли тут те, кто подготовил доклады? У меня есть небольшой список. Значит, у меня по списку первый идет Чулун Баатар. Есть тут Чулун Баатар? Нет. Пока нет. А значит, вторым Аль-Дарихим Рамзи Ават. Я здесь. Так, тогда давайте я вас подключу. Сейчас я найду вас по списку. Да. Так, поставил выступающим вас. Все, можете шарить. Так. Видно все? Да. Так. Обзор концепции файлов и типа файлов в файловых системах. Файл – это организованная структура данных, определяемая компьютером как единое целое. Работа с файлами реализуется средствами операционных систем. В основе операционной системы Unix лежат два основных принципа построения системы – концепция процесса и концепция файла. Давайте узнаем, что же это такое концепция файлов. Концепция файла – неструктурированная последовательность байтов, компьютерные программы, сохраняющие структурированные данные файлы. Концепция файла в операционной системе Unix включает следующее положение. Файлы операционной системы представляют индексными дескрипторами inode, которые описывают всю структуру данных на диске. Каталоги – это файлы, содержащие список записей, которые описывают соответствие дескрипторам и имени файлам. Индексный дескриптор – структура, которая содержит описание файла, тип файла, права доступа, владельца файла, ячейки времени изменения файла, размер указателей на блок данных файла. Так, типы файлов в файловых системах. Перед тем, как приступим к обсуждению типов файлов, сначала узнаем, что такое файловая система. Файловая система – это порядок, определяющий способ организации, именования и хранения данных на носителях информации в компьютерах и в другом электронном оборудовании. Файловая система определяет формат содержимого и способ физического хранения информации, определяет размер имен файлов и каталогов, максимальный возможный размер файла и раздела, набор атрибутов файла. Так, теперь вернемся к основной теме – типы файлов. Тип файла – это информация о файле, по которой система понимает, какого он вида и в какой программе его открыть. Для этого у каждого файла есть расширение. В операционных системах Unix существуют следующие типы файлов. Обычные.
графические, текстовые, исполняемые файлы и библиотеки, доступные пользователю в открытом доступе или даже созданные им. Жесткие ссылки – это индексные дескрипторы файлов. Блочные файлы – это файлы устройств, которые обеспечивают буферизированный доступ к аппаратным компонентам. Символьные файлы обеспечивают не буферизированный доступ к аппаратным компонентам и ядру. Символьные ссылки – это файлы, которые указывают на другие файлы в системе по их имени. Они могут указывать как на обычные файлы, так и на каталоги или другие типы файлов в Linux. Туннели и именованные туннели – это файлы, позволяющие настроить связь между двумя процессами, перенаправив вывод одного процесса на вход другого. Файлы сокетов – это файлы, обеспечивающие прямую связь между процессами, они могут передавать информацию между процессами, запущенными в разных средах или даже на разных машинах. Каталоги – это специальные файлы, которые позволяют объединять другие файлы и каталоги в группы для более простой навигации и поиска. Ну что ж, достаточно лаконично. Есть ли вопросы? Нет вопросов. Пожалуйста, скажите, а в чем разница между обычными файлами, нодами, специальными файлами и каналами? Так, ну, между, ну вот обычные файлы пользователь сам может создать. Канал разве не может сам создать? По-моему, для того не сделано, чтобы сам пользователь их создавал. Так, хорошо. А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то принципиальная разница между структурой обычных файлов и, скажем, файлов устройств? Нет. То есть для вас это одно и то же. Правильно я понимаю? Ну да. Хорошо. Хорошо. Ну, а кто делал презентацию? Вопрос такой. Вы сами лично делали презентацию? То есть вся ваша презентация сделана лично вами? Да, но картинки брал из интернета. Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Не забудьте... Можно узнать ответы на ваши вопросы? А вы сами задавайте вопросы и ждите, когда будут ответы. Но мы можем обсудить все это чуть попозже, после выступлений. Хорошо? Ясно. Да. Давайте мы... следующий у нас подорога. Есть, Виктор Александрович? Да, я тут, да. Да, да, сейчас я вас... Извините, подскажите, пожалуйста, а можно у вас узнать оценку выступающему? А оценка выступающим будет поставлена в собранном виде на сайте. Он ее будет знать. Ну, вы же говорили, мы будем, вы будете оценивать по четырем пунктам, хотя по бы четырем первому выступающему. Будет оценено по четырем пунктам. Просто можете комментарий к работе дать. Да, чтобы мы поняли, это хорошая презентация или нет, чтобы мы знали, как делать, повторять и делать. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте мы обсудим презентацию. А можно вас попросить еще раз загрузить эту презентацию, и мы обсудим структуру этой презентации, как она выглядит и что в ней, какие недостатки, какие достоинства. Видно? Пока нет еще. Сейчас? И сейчас видно. Не видно. А мне не видно. Так, давайте еще раз попробуйте. Вот так вот. Вот, да, хорошо. Значит, ну, пролесните. Значит, вот давайте мы обсудим вопрос по поводу вида презентации. Есть презентации
бизнес-презентации, и есть презентации, научные презентации. На самом деле это абсолютно разные вещи. То есть бизнес-презентации имеют один, так сказать, пункт давления на людей, а именно это эмоциональное давление, дается какая-то информация, и для эмоционального подчеркивания этой информации даются, вот, например, вот такие картинки. Значит, вот эта картинка мы тут видим не очень информативная, но при этом она существует и отвлекает внимание. Смысл этой картинки нужно подчеркивать дальше. Перелистните. Вот тут вот, что плохо на этой. Ну, видно, что картинка взята с чужого слайда, даже там вот осталась страница этого слайда. Кстати, слайды должны быть, конечно, пронумерованы. На каждом слайде должна быть страница, причем в формате обычно страница, слэш и количество общих страниц, чтобы те, кто смотрит, примерно представляли объем вашей презентации и распределяли свое внимание по этому. Значит, вот у нас картинка. Картинка очень мелкая, ее не видно. Минимальный кегль шрифта, кегль – это размер шрифта, обычно на слайдах не меньше, чем 24 должен быть, чтобы с любого места было видно. Дальше. На слайдах должно быть определенное количество информационных блоков, информационных объектов. Обычно считается, что человек воспринимает 7 плюс-минус 2 объекта, то есть от 5 до 9. Ну, конечно, там бывает до 11, до 13, зависит от человека и от уровня его тренированности. И количество объектов не должно превышать, ну, скажем, 7 на одном слайде, ну, плюс-минус. Что мы тут видим? Что у нас один объект, концепция файла. Дальше идет подсказка к этому объекту, расшифровка. Эта расшифровка не воспринимается, там слишком много слов. И если каждое слово воспринимать как отдельный объект, то все идет уже переполнение. Значит, дальше. Второе. Сам рисунок. Нет, рисунок. Посмотрите, на рисунке очень-очень много смысловых блоков. И они очень мелкие. То есть рисунок все вылетел. Вы его не воспринимаете. Как только количество смысловых блоков переполняется, то вы перестаете просто читать. Ну, это понятно, да? То есть у вас просто кончаются силы для чтения смысловых блоков. Давайте следующий слайд. Вот тут вот, смотрите. Тут файловая система дана. Ну, в данном случае у нас нет обсуждения файловой системы, и вот этот рисунок, опять же, он чисто декоративный, то есть смысла он не дает. И опять файловая система и какой-то текст. Видите ли, этот текст может существовать, он имеет право на существование, потому что вы можете предполагать, что люди будут изучать вашу презентацию после. И тогда они могут этот текст прочесть как расшифровку. Но когда вы говорите, этот текст особо не нужен. Давайте дальше. И вот опять, нет у нас номеров страниц, мы не знаем, когда же начать радоваться, что презентация закончится.
Тут вообще переполнение объектами, и видно, что взятая картинка из другой, конечно, презентации, переполнение объектами, очень страшное переполнение объектами. Единственный объект, который человек, сидящий в зале, видит и на нем фиксирует внимание, это центральная полоса с двумя кружочками, с тремя кружочками, да? Все, остальные вылетают у нас. Как это работать с этим слайдом, непонятно. Давайте дальше. Кроме того, все, конец. Почему конец? Непонятно. Значит, кроме того, давайте предыдущий слайд. Предыдущий, пожалуйста, слайд. Вот смотрите, вот у нас есть шапочка. Ну, тут, на мой взгляд, она великовата. Но шапка нам дает смысловую нагрузку слайда. Про что этот слайд? В данном случае она настолько большая, что очень мало места остается для самой информации. Но при этом действительно вот нам нужна эта шапка. Считается, что она, по крайней мере, чем чаще встречается, тем лучше. Далее мы можем дать вначале краткое оглавление слайдов, то есть чтобы представлялась, какая их структура, люди представляли, какая структура. И мы можем отследить, если у нас большие смысловые куски, мы можем предварительный слайд с названием этого смыслового куска. Ну, вот, в общем, такие вот замечания к данному слайду. Далее, по рассказу. Создавалось впечатление, ну, по крайней мере, у меня создалось такое впечатление, что человек читал. Есть ли такое? Или это человек так говорит, как будто читает? Ну, я где-то читал, а где-то сам говорил, что сложно, вот прочитывал. Понятно. Нет, читать вообще нельзя. Должны понимать, что если вы не понимаете слайды и не можете рассказать, что на них дано, то в зале люди точно не поймут, что на слайдах. Итак, давайте мы небольшое обобщение сделаем. Что у нас должно быть по слайдам? Даже можно будет написать потом и вывесить для общего развития. Ага. Значит, первое. Научные слайды не содержат лишние изображения. При этом, конечно, изображения должны быть. У нас примерно так распределяется информация, необходимая на слайде. Вначале у нас идут самое лучшее, это вот как раз рисунки, но рисунки, которые иллюстрируют содержание, самодостаточные. На них смотришь и понимаешь какой-то кусок содержания. Второе, могут быть графики. Причем графики должны содержать немного слишком информации. По текстовым данным таблицы могут быть... С таблицами следующая проблема. Считайте, что каждая ячейка таблицы – это один объект. И вы больше 7 объектов не воспримете. Поэтому таблица больше, чем 3 на 3, уже перестает восприниматься людьми, сидящими в зале. Проще табличный материал подать как гистограмму.
или что-нибудь в этом духе. Дальше идет формульный материал, и дальше идет текстовый материал. Причем текстовый материал должен именно выделять основные мысли, которые у вас есть. Ну, естественно, если слайд вообще не поддерживает вашу мысль, то он не нужен. Значит, заголовок слайда мы сказали, разграничение фрагментов выступления мы сказали. Дальше у нас есть два места, где пользователь, слушатель должен воспринять, про что будет презентация, и в конце он должен понять, собственно, о чем была презентация. Поэтому вначале у нас желательно, чтобы вы кратко охарактеризовали суть вашей презентации в нескольких, можно несколько пунктов, и в конце мы должны дать смысл вашей презентации, то есть о чем вы рассказали, ну, буквально как пункты перечисления. Раз, два, три. И это может быть последним вашим слайдом, то есть в чем смысл презентации. Также последним слайдом может быть слайд такого типа, что если вы рассказываете, скажем, о каком-то теореме, о какой-то научной работе, то должен быть основной вывод из этой теоремы. Если рассказывать о программном продукте, то желательно, чтобы была еще ссылка на этот программный продукт, ну и так далее. То есть последний слайд должен быть информативным. То есть люди, сидящие, смотрящие на этот слайд, они получают всю информацию о том, что было развернуто в вашей презентации. Значит, ну, текст должен быть грамматически однородным, то есть, если тут глаголы, то глаголы в виде текста. Ну, пожалуй, вот по содержанию основные пункты все. Значит, по оформлению у нас кегль шрифта 24 вы берете. Ну, есть даже у америкосов такое правило 10, 20, 30. Ну, они любят все в таких правилах соблюдать. Не больше 10 слайдов, не больше 20 минут. Не больше 10 минут презентации, не больше 20 слайдов и не меньше 30 пунктов кегль шрифта. Вот такой. Шрифт должен быть крупный, он должен быть заметный всем. Ну, с цветами тоже не надо перебарщивать. Ну, в общем, пожалуй, это основа того, что у нас идет на слайдах. Шрифт, кстати, должен быть рубленый. Рубленый шрифт без засечек. Акцидентный шрифт, так называемый. Потому что он в большом кегле воспринимается лучше, чем текст с засечками. Ну, и так сложилось, что идут без выравнивания по ширине слайды. Слайды выравниваются по левой стороне текст. Ну, пожалуй, все. Так что, ну вот такие вот замечания к этим слайдам. Также замечания к презентации, потому что человек твердо не знал, что рассказывает, а читал просто. И к содержанию.
У нас нет начала, нет конца, есть несколько обрывков, никак не связанных. Но, конечно, поскольку это первые презентации, то мы к ним будем относиться более снисходительно, чем к следующим. Итак, давайте перейдем к следующему докладу. Это «Подорога» Виктор Александрович. Сейчас я его попытаюсь найти в списке и подключить. А я уже подключен, я тут уже. Нет, дело в том, что я всегда делаю, чтобы все могли докладывать, а сейчас обязали, чтобы мы пользовались услугами диспетчерской, а в диспетчерской делают совершенно произвольным образом. Поэтому вот такие недостатки. И мы ничего поправить не можем. Так. Угу. Все, да, я могу демонстрировать? Да, вы можете демонстрировать, давайте. Видно? Пока еще нет. Пока черный экран с вашим логотипом, с вашим аватаром. Пока еще нет. Так, сейчас, секунду. А сейчас? Нет. Так, хорошо, еще раз попробую. Ты начни пока слайдов, и там будет нормально. Так, сейчас. Там какая-то проблема. Вы будете получать только срочные сообщения приоритетных контактов. Что-то такое пишет мне. Так, вы зашаривание нажали? Что там такое? Да, да, нажал. Я и нажал, что? Мне пишет экран, установленный экран. Статус. Не беспокоить, вы будете получать только срочные сообщения. Но увидите. Нет, что-то... не должно быть. Нет. Вы как бы начинаете подключаться, вы зашаривание нажимаете, и у вас там слева нарисован рабочий стол, да? Да, да, я нажимаю. Щелкните на него. Да, нажал. И вылетели. У вас приложение? Я нажимаю окно программы и вот PowerPoint поделиться. Нет, не PowerPoint, а рабочий стол. А, хорошо, рабочий стол нажимаю поделиться. Что-то происходит? Пока нет. В черный, то есть вы захватываете. Происходит не у всех, но очень качество плохое. Так вот. А вы в общежитии находитесь? Нет, дома. Дома. А провайдер какой у вас? Speedyline. Ой. Давайте попробуем. Вы отлогиньтесь, залогиньтесь заново. То есть вам не видно ничего, да? Ничего не видно. Это может быть отлогиньтесь, залогиньтесь и попробуйте еще раз. Хорошо. Вам пока задавать вопросы можно, также по оценке выступления? Да. А вот в пунктах из четырех есть такой пункт, как оформление презентации, он понятен, содержание доклада тоже понятен,
непонятны пункты, как сделан доклад и оформление доклада. Что в них входит? Что непонятен Путин? Пункт. Как сделан доклад и оформление доклада. Два пункта. Значит, давайте в сейчас. В них что оценивается? Сейчас, можно? Сейчас. Сейчас я посмотрю. Сейчас. Так, критерии. Так, оформление презентации. Значит, как сделан доклад? Правильно, то есть вот как выступил человек. Дальше содержание доклада, да? Содержание доклада. То, о чем он выступил, и кроме того, вы должны же выложить презентацию и текстовку доклада, и как оформлен, сделан текстовка доклада. Все, спасибо. То есть, как сделан доклад, это как выступлен доклад, скажем так. Содержание доклада – это по выступлению, как сделан доклад, как выступил человек, а оформление – это как оформлена текстовка доклада, который вы выложите. Соответственно, если, что часто бывает, люди не выкладывают текстовку, за это ставится ноль. Спасибо. Так, сейчас. Так, не у вас там. Не получается, да? Блин, не получается, значит, наверное. Ну, давайте мы к следующим перейдем, может, у вас изменится. Скорость. Можно презентацию перевести в формат PDF и скидывать каждый слайд отдельно в чат. Нет. Или можно ее скинуть вам, чтобы вы ее сами запустили, а вам просто будет говорить, когда переключать слайд. Да. Ну, это страшная затея, конечно. Да, это странная затея, действительно. Так, скажите мне, пожалуйста, у вас приложение Teams или вы с веб-интерфейса Teams работаете? С веб-интерфейса. А поставьте себе приложение Teams. Сейчас давайте, пока сейчас другой будет выступать, вы поставьте себе приложение Teams и через него попробуйте работать, а не через веб-интерфейс. Хорошо. Значит, у нас по списку дальше Фирстов Илья Валерьевич есть такой? Да, это я. Давайте я вас сейчас на букву. Так, подключил. Так, поделиться. Рабочий стол. Видно? Так, да. Только вот хорошо бы растянуть все это на весь экран. В смысле растянуть на весь экран презентацию? Ну да. Ну вот так, да? Да, вот так вот, да. Все. Ну вот, собственно, у меня презентация про файловую систему FAT. Ну, вернее, не совсем про файловую систему, это же получается целое семейство файловых систем, потому что сначала было FAT12, FAT16, FAT32. Ну, в принципе, на этом закончились настольные версии, ну, которые использовались вот в компьютерах повседневно. Как? Ну, потом появился XFAT, но он уже используется в основном в других устройствах. Ну, значит, XFAT-то FAT64. Нет, давай. Ой, кто-то другой начал демонстрацию. Да, пожалуйста. Я вас проверил, да, все заработало. Да, у вас заработало, да. Так, давайте вернитесь, пожалуйста, вы. Ага. Значит, цифры означают, что у нас у ФАТа? Битность. Сколько бит занимает что? Сколько я помню. Так, давайте дальше мы пройдемся, может, мы увидим. Значение размера файла, по-моему. Нет, давайте мы сейчас досмотрим до конца, а потом обсудим эти пункты все. Собственно, разработано в 1957 году Биллом Гейтсом и Рональдом Макдональдом. Марком Макдональдом.
так ладно. Я уже с ним оговариваюсь. С этим текстом, вот. Это вы кушать, наверное, хотите? Возможно. Просто, господи, за всеми этими техническими забываешь уже имена фамилии. Нормально. Вот. Она считается сейчас устаревшей, потому что ее заменила система NTFS, ну, по большей части, ну, по крайней мере, Microsoft Windows в операционной системе от Microsoft, ее вытеснила NTFS. Однако она все еще поддерживается очень большим количеством операционных систем, устройств, поэтому, ну, считается достаточно универсальной в этом плане. Вот. Вот. Следующее. Структура системы FAT, как она организована, как она организует себя на диске. Собственно, она объединяет смежные секторы дисков в кластеры. При этом для хранения файла используется целое количество кластеров. То есть, по факту, файл может занимать чуть больше места, чуть больше секторов, чем ему нужно, потому что он занимает, ну, один или два кластера. Вот. То есть, ну, он не может занимать полтора, либо один, либо два. Ну и, соответственно, организация разделов — это такая, что сначала у нас идет partition boot сектор, то есть загрузочный сектор. Это у нас считывается информация о файловой системе, то есть о том, что это FAT-система, затем информация о загрузчике операционной системы. В общем, все, что нужно, чтобы, ну, загружаться с этого диска, с этого раздела. Вот. Затем идет таблица файлов, то есть файл allocation table, FAT, то есть оттуда и название всей этой файловой системы. Вот. Обычно хранится в двух экземплярах, потому что второй используется для коррекции ошибок и все такое. То есть он синхронизируется с первым разделом. В случае несоответствия можно найти ошибку, сравнив обе таблицы эти. Однако даже софт для восстановления файлов, он редко использует вторую таблицу файлов. Вот. Затем третий раздел у нас корневая папка, то есть корневая папка диска, без имени, без всего такого, корневая папка. И затем уже идут остальные папки и файлы. Вот. Затем у нас, собственно, как организована файловая запись. Сначала у нас идет короткое имя файла, стандарт 8.3. Стандарт 8.3 — это у нас DOS-овский стандарт, то есть придуманный еще в рамках FAT, что 8 символов на имя файла и 3 на его расширение. 8 символов, 3 символа, 11 символов, 11 байт получается. Вот, тут даже можно посмотреть, здесь обозначено, что вот 11 байт. А затем идут у нас атрибуты файла на 1 байт, соответственно, ну, там, чтение, только чтение, скрытый, вот всякие такие атрибуты. Затем идет 1 байт, который используется только в Windows NT. Затем 1 байт счетчика десятков миллисекунд времени создания файла. Затем 2 байта даты, время создания файла. Затем дата создания файла. Затем дата последнего доступа к файлу. Притом только дата, времени там нет. И для времени аналогичного не предусмотрено, то есть только дата. При этом доступ к файлу — это как чтение или запись, то есть оно может быть просто обновляется и во время чтения, и во время записи. Хотя для записи используется отдельное поле. Вот. Затем у нас идет номер первого кластера файла. Затем время последней записи файла, то есть модификации, в том числе и создание. Дата последней записи, тоже в том числе создание.
номер первого кластера файла и размер файла в байтах. Вот, собственно, вот этот вот размер файла в байтах, это, насколько я понял, это и есть FAT16, FAT12, FAT32, то есть 32 бита, 30, ну, на файл выделяется. Вот. Затем у нас идет ограничение. Соответственно, в FAT32 максимальный размер файла максимум 4 гигабайта. Размер ТО максимум 2 терабайта. И количество файлов 268 миллионов. Вот. Соответственно, почему файл STM FAT32 устарела и уже не используется со времен Windows XP, по-моему, или когда-то тогда ее в последний раз можно было выбрать. Потому что, ну, сейчас у нас файлы есть больше 4 гигабайт, сейчас у нас есть там больше 2 терабайт, и файлы порой могут переводить до значения в 268 миллионов. То есть, если для какого-нибудь домашнего компьютера FAT32 еще может хоть как-то подойти, ну, если очень какой-то такой нетребовательный компьютер, за которым там в Word печатают, то для сервера эти ограничения уже, ну, они никак не могут себе позволить, соответственно, ну, использовать FAT32, потому что, ну, том в 2 терабайта у нас есть диски на десятки терабайтов, и файлы 4 гигабайта, это, ну, у нас вот в домашнем использовании уже бывают файлы такого размера. Вот. Поэтому тогда, собственно, и в какой-то момент и устарела система FAT32. Ее вытеснила система Windows NT, NTFS, однако существует система XFAT, новая система, которая в силу ограничений потребления ресурсов не получила распространения в, ну, настольных ПК, однако она используется в других носителях, там флешки, карты памяти, даже некоторые всякие медиа-центры и смарт-ТВ используют XFAT, потому что, ну, в принципе, ограничений у нее меньше. Однако, например, количество файлов под каталогах для XFAT — это 2 миллиона, по-моему. Однако для корневого каталога ограничений нет. Вот. В общем, XFAT у нас существует, ее Microsoft лицензирует, но на компьютерах мы используем NTFS, потому что, ну, она получилась удобнее для настольных компьютеров, ну, на Windows, по крайней мере. Потому что на других системах другие файловые системы используются. Вот. Мы используем NTFS, а FAT32, как и XFAT, они в рамках совместимости с другими устройствами они поддерживаются. Вот. В принципе, наверное, это все. Потому что, ну, все. Спасибо, спасибо. Оставьте пока этот слайд. Ну, во-первых, XFAT – это FAT64, то есть 64-битная. Она, вообще FAT – это примитивная файловая система, очень простая. Ну да, она простая, поэтому легко реализовать. Долго используется. Да, значит, XFAT не получила распространения только по одной причине. То, что на нее налагаются лицензионные ограничения от Microsoft. Microsoft запрещала делать драйвера к XFAT, и, кроме того, за использование XFAT требовалось платить отчисления. Естественно, раз требуется отчисление, то никто особо не будет рваться ее использовать. Ну, кроме по стандарту на компакт-флеш, на CD-картах, на последнем стандарте обязательное использование XFAT, то есть он подразумевает это. Ну, там коммерческий консорциум, они могут проплатить, это другой вопрос. И производитель карточек платит за это. Сейчас, как бы,
истек срок лицензионных ограничений, и на данный момент есть несколько реализаций в том же самом Linux, которые, думаю, достаточно скоро войдут из экспериментального кода ядра в основной код ядра и будут поддерживаться. И тогда XFAT, может, будет поддерживать. NTFS – это принципиально другая система, сделана по принципиально другим принципам и другие возможности поддерживает. Давайте вот мы пройдемся по ФАТу следующим образом. Значит, FAT32. Значит, максимальный размер файловой системы. Давайте посмотрим, чему равен. То есть мы можем адресовать максимально 2 в 32 степени байт. Правильно я говорю? Да. Значит, максимальный размер файловой системы будет какой? 2 в 32. Попробуйте 30. Возвести и какой объем вы получите. Попробуйте. Много. Это очень хорошо вы сказали. Много. 32. Так, это очень долго придется умножать. Да? По-моему, это очень просто. Так, это у нас будет 1024 в третьей еще умножить на 4. Ну, это вообще... Ну, давайте смотрим. 2 в 32 байт – это 2 в 22 килобайт, да? А, 2 в 22. 2 в 12 мегабайт, 2 во 2 гигабайт. Ну, да. Итого сколько гигабайт вся файловая система может быть? 4. А у вас написано, что 2 терабайта. Несоответствие. Поясните. Поясните, пожалуйста. Это... Ну, это размер дома, а размер файла это... Нет. 4 гигабайта. У вас нет? Получается, что вы адресовать можете максимум 4 гигабайта адресов. То есть это максимально, вы можете адресовать 4 гигабайта весь том. Всю файловую систему у вас не может быть больше 4 гигабайт. А у вас получается другие цифры. Какие пояснения? Кто-нибудь может внести свою лепту, пояснить это? Может, потому что, чтобы узнать размер этого тома, нужно умножить максимальный размер файла на количество файлов. А как вы будете адресовать эти файлы? Вы как-то очень интересно считаете. Кроме того, хочу поведать вам, что если вы будете делать то на FAT32 под Windows, то файлы у вас на 4 гигабайта не получатся. На 4 гигабайта, да. Они будут максимум 2 гигабайта. Ну, суть такая. Действительно, начиная с FAT, FAT32, FAT12 была очень хорошо для дискет. Какая максимальный объем дискеты? 1,44 мегабайт, насколько 1,44, я помню. Да. Но это стандартный 3,5-дюймовый. Там еще более другие, но... Значит, естественно, для дисков требовалось больше. Перешли
к 16, FAT16, и давайте смотрим, сколько у нас FAT16 может максимально размер диска какой для FAT16. Посчитаете? Для FAT16 это 2 в 16 байт, значит, 2 в 6 килобайт. 64 килобайта? 64 килобайта, да. То есть, видите, это глупости какие-то получаются. Так вот, тут был использован хитрый трюк. А именно, на файловой системе стали адресовать не байты, а кластеры. А, ну... Когда, да, вот давайте посмотрим. Когда вы работаете с жестким диском, то у него минимальный размер – это блок. Блок жесткого диска классический – это 512 байт, то есть полкилобайта. А блок современных жестких дисков 4 килобайта. Так вот, для того, чтобы адресовать большее пространство, стали нарезать жесткие диски. Диски на кластеры, да. Кластеры. Кластеры были по 4 килобайта. И, скажем, размер блока в NTFS 4 килобайта. Ну и получается, что вы даже файл, в котором один символ, вы все равно под него выделяете... Выделяем 4 килобайта. 4 килобайта. Да, но я об этом говорил, собственно, что объединяет в кластеры. Да, значит, и, соответственно, кластеры у нас, когда файловая система все больше и больше становится, кластеры могут принимать очень большие значения. И файловая система используется крайне нерационально. Ну, именно поэтому тогда были распространены, скажем, разные сжиматели дисков, которые сжимали файловую систему и более экономно использовали место. Ну, XFAT – это достаточно большой адрес, соответственно, мы можем использовать разного размера блоки. Но 4 килобайта блок – это достаточно хороший размер, средний между экономией места и скоростью работы, потому что читается-то именно такими блоками с диска. Ну, в общем, XFAT – очень хорошая система для переноса между информацией, между компьютерами. И из-за того, что она лицензировалась, а FAT32, на нем невозможно даже источник нормально перенести, потому что он больше 2 гигабайт файл не держит. Источник вы не перенесете, а уж тем более нормально не перенесете, скажем, видеофайл. То... Нет, ну, по-моему, FAT 32 вполне поддерживает файлы до 4 гигабайт, потому что сейчас даже... FAT он поддерживает, если нестандартно его форматировать. Windows запрещает больше 2 гигабайт. Mm. Если будете форматировать под Windows, а не использовать стороннее форматирование, то у вас будут проблемы. Mm. Ну, 4 гигабайта, согласитесь, тоже маловато, да? Ну да, потому что сейчас вот, ну, в телефонах та же проблема, что так, когда мне FAT32, там, ну вот, самая такая распространенная проблема, что видеофайлы, когда там на камеру снимаешь, они делятся на файлы по 4 гигабайта, потому что FAT не позволяет больше. Позволяет больше разместить. Да. Значит, ну... Таким образом, если бы XFAT была свободная, то бы ее бы использовали. А поскольку она была крайне ограничена в использовании, то для переноса стали использовать, скажем, NTFS. Но сейчас, я думаю, XFAT более активно будет применяться для переноса файлов и так далее, для установки в телефонах. Спасибо. Есть ли еще вопросы к выступающему? Нет, вопросов нету. Давайте перейдем к следующему выступающему. Спасибо.
Можно, да, демонстрацию включить? Да. Видно? Да. Ой. Так, сейчас, секунду. Вот. Значит, у меня была тема обзор расширения имен файлов. Так. Я не могу почему-то ее промотать. Сейчас. Вы шарики, десктоп шарики, да? Да, конечно. Сейчас, еще раз. Значит, тема обзора расширения имен файлов. Под понятием расширения файла и мы обычно подразумеваем последовательность символов, которые отделяются от основного имени файла точкой, и также которые служат для определения формата файла. Раньше на длину формата файла отводилось 3 символа максимум, однако сейчас существуют некоторые расширения, 4 символа и более. Например, .midi, .mpeg, .html или вот как на примере .docx. Помимо определения формата, расширение имени используется также компьютером для определения, какой программой возможен корректный запуск этого объекта. Однако в некоторых случаях при запуске файла может произойти ошибка. Например, при попытке открытия файла с расширением .mov в проигрывателе, в стандартном проигрывателе Windows, может произойти ошибка, и картинки видео мы не увидим, и только лишь услышим звук. Но при попытке открыть тот же файл в более продвинутом проигрывателе VLC Media, мы увидим и картинку тоже. Ну и другой пример еще некорректного использования файловых форматов — это пользовательская переименовка. Нередко во время работы пользователю приходится переименовывать файлы, и иногда он может случайно затронуть формат файла и изменить его на другой. И из-за этого можно, по сути, предложить компьютеру выполнить файл с аудиоинформацией в текстовом редакторе. Ну и, конечно, это вызывает ошибку. Потом, именно для этого как раз в операционных системах обычно форматы файлов находятся в невидимом режиме. И попробуем вот открыть файл, который изначально был закодирован в формате .wav в программе Word. Получим вот такое вот сообщение. Ну и распространенные форматы. Как все-таки увидеть формат файла в Windows, необходимо зайти в панель управления, потом перейти в пункт «Параметр папок», и спустившись ниже, можно увидеть пункт «Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов», убрать галку и нажать «Применить». Теперь на всех файлах будут видны расширения. И про распространенные форматы Windows. Значит, AAC — это от слов «Advanced Audio Coding». Это расширение звуковых файлов в Windows, и сравнивая его с привычным для нас MP3, можно сказать, что он имеет хоть больший, да нет, даже он имеет одинаковый примерно вес с ним, но при этом потеря качества гораздо более маленькая при кодировке. Дальше идет формат .avi. От слов аудио-видео интерфейс — это стандартный медиа-контейнер, который используется в Windows еще с начала 90-х годов. BAT — пакетный файл Windows, который используется для написания программ на языке командных файлов, и также он является аналогом скриптов для Linux. Следующий тип — это DLL — Dynamic Link Library. Это формат файла, который
используется как динамическая подключаемая библиотека. Дальше BMP, от слов Bitmap Picture. Это формат для кодирования изображений. Он наиболее экономичный в плане его веса. И поэтому растровые изображения при загрузке на сайт чаще для удобства и быстрой загрузки как раз вводят в .bmp формате. А формат TXT – это файл с упорядоченным, с построчным упорядоченным текстом, однако его минус в том, что он некорректно работает с многими кодировками. А с этим справляется следующий формат doc, от слова document. Это более продвинутый формат, который разработан Microsoft для приложения Word. И формат PDF, который происходит от слов Portable Document Format, используется для кодирования различной информации, например, электронных книг и другой полиграфической продукции. Далее точка MIDI, это от слов Musical Instrument Digital Interface. Ну, из названия понятно, что это используется для кодирования различного аудиоконтента. Файл .exe от слова executable – это исполнительный файл Windows. И файл HTML – Hypertext Markup Language – это файл для написания разметки веб-страницы. Ну и про немного про типы файлов в Linux, так как значит, выделяют 7 типов файлов не только у Linux, но и у всех других Unix-подобных операционных систем, которые основаны на его на Unix-исходном коде. И в этих системах выделяют обычные файлы, каталоги, сокеты, символьные ссылки, жесткие ссылки, именованные каналы и файлы блочных и символьных структур. Обычные файлы представляют собой графические, текстовые, исполняемые файлы и различные библиотеки, которые доступны пользователю в открытом доступе или созданы им. Каталоги — это хранилище ссылок на другие файлы. Сокеты — это файлы, которые используются для взаимодействия процессов. Символьные ссылки — это файлы, которые содержат в себе строку, которая представляет собой путь до этого же файла. Жесткие ссылки — это индексный дескриптор файла. Именованные каналы — это файлы, подобные сокетам. И файлы блочных структур, они представляют собой связь между внутренними компонентами системы и внешними устройствами. Например, они характеризуются старшими и младшими числами. Старшее число показывает, какой драйвер нужно использовать для взаимодействия с устройством, а младшие показывают тип устройства. На этом у меня все. Так, спасибо. Ну вот чудесный слайд в конце. Спасибо за внимание, который не несет никакой реальной нагрузки. Такое даже сейчас в бизнес-презентациях перестали делать. Mm-hmm. Ну и излишнее оформление в виде доски, это только отъедает место у текста, но не привносит ничего нового. То есть излишнее оформление тоже не нужно. Есть ли вопросы какие-нибудь по типам файлов? Ну, а вот есть ли принципиальное различие восприятия операционной системы разных типов файлов? Как-то оно по-разному к ним подходит? Ну, конечно, есть. Например, как сказать, вы можете открыть, вот если вернуться к примеру, не знаю, сейчас вот к этому, да, то есть мы открываем файлы, например, вот .wav, .mp3, он может открыться в одном и том же приложении. Но если, например, просто взять и переименовать .wav в .mp3, поменять расширение,
то он также выдаст ошибку, потому что для того, чтобы операционная система правильно воспринимала конкретный формат, нужно, чтобы он был закодирован в этом формате, а не просто поменен формат. Вот так. Ну, на самом деле, тут вопрос немного по-другому звучал. Вы рассказываете о том, что это не операционная система, это операционное окружение для удобства открывает, ассоциирует расширение файлов с каким-то приложением. Например, в Unix нет расширения файлов. Там... грубо говоря, те расширения файлов, которые вы пишете, не жесткие и не ассоциированы с каким-то конкретным приложением, они больше делаются для вашего удобства. И если Windows без расширения файл просто не будет восприниматься операционным окружением, то в Unix это не так важно. Я хотел спросить, есть ли принципиальная разница в обработке самой операционной системой разных файлов. То есть, скажем, одни файлы имеют одни методы внутренней обработки, другие – другие. Или все файлы обрабатываются единообразным образом. То есть у них один интерфейс программирования для API, для работы с этими файлами внутри системы. Ну, я думаю, что разные, естественно, способы. На самом деле в лекции есть об этом небольшое отвлечение. Есть направление такое, объектные операционные системы и объектные файловые системы. Там действительно предполагалось, что разные типы файлов будут представлены просто разными объектами, и у них будут свои процедуры работы с этими файлами. Ну, как, например, в дековских операционных системах разные API для работы, скажем, с текстом или с базой данных. А в файловых системах, которые идут от Unix, они единообразно подходит к файлам, то есть есть несколько стандартных процедур, значит, переход по адресу, считывание определенного объема, запись и так далее. А все более высокие развлечения, что находится внутри, это относится уже не к файловой и операционной системе, а к прикладным программам. То есть с точки зрения операционной системы все эти файлы выглядят одинаково, просто как набор цифр, набор байтов, а уж как вы интерпретируете их, это дело не операционной системы, а некого прикладного программного обеспечения. Спасибо. Есть ли еще вопросы к выступающему? А можно вопрос к вам? Можно ли пользоваться материалами лекции, когда готовим презентацию? Да, пожалуйста. Ну, то есть ничего страшного, если мы какие-то... Да, нет, конечно. Нет, конечно. Ну, что же вы? Конечно. Значит, если вопросов нету, у меня по списку идет рыбалка. Элина Павловна, есть такая тут? Да, есть. Давайте я вас активирую. Угу. Сейчас... Так, поставил вас выступающим, да, приступайте. Да, good afternoon. Пока еще нет. Так, да, обзор внешних устройств в современных компьютерах. Да, давайте послушаем. Видов внешних устройств в современных компьютерах. В данной презентации
мы рассмотрим современные внешние устройства ПК. К компьютеру можно подключить множество различных внешних устройств. Итак, устройство ввода и вывода. К устройствам ввода относится клавиатура. Это основное назначение которой ввод алфавитно-цифровой информации. Мышь, трекбол, применяются в качестве интерфейса управления операционной системой. Графический планшет, который позволяет вводить в компьютер как рисунки, так и текст. Игровые манипуляторы и руль, которые облегчают управление игровыми процессами. Сканер для ввода любой текстовой графической информации. Веб-камера, которая создает видеопоток. И микрофон, который создает аудиопоток. Устройство ввода – это монитор, обеспечивающий визуальное представление информации. Принтер, который выводит данные на нецифровой носитель. 3D-принтер, который позволяет печатать объемные изделия. Также плоттер. Он обеспечивает печать на больших форматах бумаги. Проектор выводит визуальную информацию на большом экране. Ну и известные наушники и колонки. Далее диалоговые средства пользователя, которые включают в себя видеомонитор, устройство визуального отображения, текстовой и графической информации. Также преобразует цифровую или аналоговую информацию в видеоизображение. И устройство речевого ввода-вывода информации. К таким устройствам относятся различные микрофонные акустические системы и различные синтезаторы звука. Они выполняют преобразование цифровых кодов в буквы и слова, которые воспроизводятся через динамики или звуковые колонки, подключенные к самому компьютеру. Далее, внешние хранители информации. Это CD-DVD, гибкие диски, флеш-память, которая может служить не только переносчиком файлов, но и работать как обычный накопитель. Как известно, можно запускать приложения, воспроизводить музыку, видео и редактировать, создавать файлы. И внешний жесткий диск. Обычно жесткий диск бывает внутренним, но сейчас процесс не стоит на месте, и существуют уже и внешние жесткие диски. И последнее – это модем, устройство, которое применяется в системах связи и выполняет функцию модуляции и демодуляции. Таким образом, в данном выступлении мы рассмотрели различные внешние устройства ПК, клавиатуру, мышь, монитор, устройство речевого ввода-вывода и прочие внешние устройства. Также были даны описания. На этом все. Спасибо. А скажите мне, а где сейчас модемы применяются, тем более такой чудесный, который у вас на картинке? Модемы применяются как обычными пользователями в домашних условиях, так и... У вас есть модем? У вас есть модем? Модем, да, есть. Да. А для чего вы его используете? Непосредственно для получения входа в интернет. А какой у вас провайдер, который по модему и работает? Ростелеком. Какой? Ростелеком. Ростелеком по модему работает? И по какому протоколу? К сожалению, не могу уточнить протокол, но... Я боюсь, Ростелеком давно уже с модемами не работает. Модем расшифровывается как? Устройство для... расшифровывается? Ага. Вообще, включает в себя слова
Модуляция и демодуляция. Как модуляция, ага, модуляция и демодуляция. Что означает модуляция и демодуляция? Ну, модуляция – это процесс изменения параметров несущего сигнала при помощи самого модулирующего сигнала, а демодуляция – обратный процесс модуляции. А вот я вот сейчас на сайт Ростелекома зашел. Действительно, у них есть модемы, но для беспроводного подключения. А, ну, непосредственно, да, не беспроводное. У вас беспроводное подключение дома? Да. То есть у вас кабели не доходят до дома? Нет, у нас бескабельное. Это вы в какой же, я извиняюсь, дальноте находитесь, что до вас кабель не доходит? И вы по 3G или по 4G подключаетесь? Это же и очень дорого, наверное, да? Ну, не сильно дорого. Ну, значит, вы что-то путаете. Вы что-то путаете. Ладно, спасибо. Могу я спросить, есть ли какие-то вопросы к выступающим? Алло, меня слышно? Да. Васина Мария, я хотела сказать, что у нас тоже не проложен кабель в Воронеже, под Воронежем. В доме вообще нету просто интернета, кабель реально не проложен. И мы сидим через, как бы, ждем, пока проложат всем. У нас на улице вообще нет, не могут подключить поэтому интернет. И USB-модемы, да, есть, и у Билайна есть. И вы через... Это очень интересно. Я-то думал, что это только на дачах люди пользуются такими модемами. Ну, не такими большими, как тут нарисованы, но сам модем-то очень маленький. Это был скорее как с функцией роутера и Wi-Fi. Да, очень интересно, что в Воронеж еще не дошел интернет. Извините, пожалуйста, Софья, я вас немного перебью, но на фотографии показан, как мне кажется, не такой уж и большой модем, потому что у меня в коридоре на шкафе стоит именно такой. Значит, D-Link, да. Он реально у меня такой стоит, и к нему подключен интернет от Билайна, который проводом тянется до моего телевизора, а также раздает интернет по всей квартире. Значит, он размером где-то 10 на 15. Да, интернет от Билайна. Это проводной интернет, это оптика. Да, но при этом стоит, сама вот стоит эта штучка, не модем, а стоит роутер. Это роутер у вас, маршрутизатор с функцией Wi-Fi. Маршрутизатор. Он не преобразует сигнал, он маршрутизирует. У него уже цифровой интерфейс с самого начала. Модем занимается тем, что преобразует, грубо говоря, цифровой сигнал в аналоговый и гонит их по аналоговой линии и потом преобразует обратно в цифровой. Модуляция, демодуляция. Вот, собственно, и все. А у вас дома стоит маршрутизатор, который выглядит точно так же, а вот на картинке у докладчика был модем, потому что в углу было прямо об этом написано, что это ADSL модем. Вот так вот. То есть по телефонным линиям модем работали. Если у вас не так, не по телефонным линиям, то это не модем. И есть, значит, что у нас? Модемы только остались для работы по беспроводным телефонам, то есть по GSM. Ну, LTE уже вряд ли можно назвать их модемами. Но вот так вот. Это скорее медиаконвертеры, чем модемы. То есть если нет преобразования из цифровых в аналоговых, то это уже не модем. Спасибо большое, очень интересно. И у нас Ахаян Анаида Армановна, есть такая у нас? Нет, я вижу. Сколько еще будет выступающих? Я здесь, только я к следующему уроку. Хорошо, к следующему. Значит, это последняя выступающая, и Чилун Батар не появился, соответственно. Соответственно, выступающих больше нету. Я тут. Чилун Батар. Сейчас я вас найду.
Подождите, вы будете выступать, да? Да. Давайте. Вот, значит, последний выступающий Чулумбатор. Видно? Да, да, давайте на весь экранчик. Обзор видов внешних устройств современных компьютеров. Вот это архитектура персонального компьютера, которая включает в себя процессор, оперативное запоминающее устройство, внешние запоминающие устройства, также устройство ввода и вывода. Внешние устройства бывают внешние устройства подключаются к компьютеру через специальные разъемы ввода и вывода. Порты ввода и вывода бывают следующих типов: параллельные, обозначаемые как LPT и так далее до LPT-4. Они используются для подключения принтера. Последовательные, обозначаемые как COM1 и до COM4. Они подключают мышь, модем и другие устройства. Также бывают универсальные, которые подключают все устройства. К внешним устройствам относятся устройства ввода информации, устройства вывода информации, диалоговые средства пользователя, средства связи и телекоммуникации. На следующих слайдах поговорим о них больше. К устройствам ввода информации относится клавиатура. Это устройство для ручного ввода в компьютер, числовой, текстовой и управляющей информации. Графические планшеты для ручного ввода графической информации, изображений путем перемещения по планшету специального указателя, например, пера. Сканеры для автоматического считывания из бумажных носителей и ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков и чертежей. Устройство указания, то есть графические манипуляторы для ввода графической информации на экран монитора путем управления движением курсора по экрану. Например, мышь. Сенсорные экраны для ввода отдельных элементов изображения, программ или команд с поля экрана дисплея в компьютер. К устройствам вывода информации относятся графопостроители, плоттеры для вывода графической информации на бумажный носитель. Также принтеры, печатающие устройства для вывода информации на бумажный носитель. К диалоговым средствам пользователя относятся видеотерминалы, мониторы, устройства для отображения вводимой и выводимой информации. Видеотерминал состоит из видеомонитора и видеоадаптера. Они входят в состав системного блока компьютера, находятся на видеокарте, устанавливаемой в разъем материнской платы. Основной характеристикой монитора является разрешающая способность, которая определяется максимальным количеством точек, размещающихся по горизонтали и по вертикали на экране монитора. Могут использоваться как цветные, так и монохромные мониторы. Также к диалоговым средствам пользователя относятся устройства речевого ввода и вывода информации, то есть различные микрофонные акустические системы, различные синтезаторы звука, выполняющие преобразование цифровых кодов и буквы и слова, воспроизводимые через динамики или звуковые колонки, подсоединенные к компьютеру. Средства связи и телекоммуникации используются для подключения компьютера к каналам связи, другим компьютерам и компьютерным сетям. К этой группе прежде всего относятся сетевые адаптеры. В качестве сетевого адаптера чаще всего используются модемы. Средства мультимедиа — это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, используя звук, видео, графику, анимацию и другие.
К ним относятся устройства речевого ввода и вывода информации, звуковые видеоплаты, платы видеозахвата, снимающие изображение с видеомагнитофона или видеокамеры и вводящие его в компьютер, сканеры и внешние запоминающие устройства большой емкости на оптических дисках, часто используемые для записи звуковой видеоинформации. Все. Большое спасибо. Большое спасибо. У меня вопрос только, а где вы нашли порты LPT и компорты? У вас на компьютере они все еще остались? Ну, у меня ноутбук, у меня нет компьютера, на самом деле. А, ноутбук не компьютер. И там нет таких портов у тебя? У вас нет? У вас нет таких портов? Более современный. А где они сейчас используются? Более старых. В каких более старых? ЛПТ не используется сейчас. Все, он умер. А РС-232 это последовательные порты используются в технике профессиональной и в производственной технике. А на технике для пользователей, для простых, произошла замена на порты последовательные USB. То есть у вас RS-232 тоже вряд ли есть. Все, спасибо. А есть ли вопросы? А у меня к вам последний вопрос. Да, давайте, да. Так. Вот у нас есть тесты к лекциям, и да. По опыту первого теста хотелось бы спросить, какова вероятность того, что остальные тесты к лекциям будут действительно по лекциям? Тесты имеют определенное отношение к лекциям. Плюс к этому они учитывают, что вы должны быть знакомы с дополнительным материалом, который идет в докладах студентов. Ну и плюс к этому они дают... Второй их смысл в том, что они дают возможность подготовиться вам к финальному тесту. Вообще, конечно, тесты крайне простые, и человек, который пришел на Computer Science, должен, по крайней мере, всю эту тематику хорошо знать. То есть дополнительный их смысл – отсечение тех, кто не знает или не хочет ничего знать. Тесты не дают оценку знаний, они дают оценку незнаний. Все? Еще вопросы? Вопросов больше нет? Спасибо. На этом будем считать завершенным нашу лекцию. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.